Обычные люди очень хорошо себя чувствуют. Ну, если они не имеют личных проблем. Социально-политически обычный человек прекрасно себя чувствует. Он знает, что в нашей стране воруют. И это нормально. Иначе не было и не будет. Он знает, что мы нарушаем всякие международные законы. И их все нарушают. Американцы еще худшие сволочи. Он знает, что мы встали с колен. Правда, в какой мы сейчас находимся позе, понять трудно. Но а что об этом думать? Мы вот одним коленом ударили в пах Обаму, а другой ногой замахнулись на Меркель. Он знает, что нас все боятся, а раз нас боятся, то нас уважают. Это он все знает. Поэтому с этой точки зрения у него все в порядке. Да, он знает, что в больнице лежат в коридоре. Это правда. Но это ни от кого не зависит.